Друзья мои, в который раз можете считать, что это какая-то такая вот моя личная проповедь, которая для самого себя. Я сам себе об этом говорю, а вы уже, если хотите, то можете присоединиться. Каждый раз я сам сталкиваюсь с тем, что мне вот хочется что-то иметь. Иметь что-то, да-да. Иной раз смотришь, красивые машины, красивая одежда, красивая там, тем более вот Настя у меня молодая, и надо одеваться, да, и выглядеть. Вот. Но вы знаете, что я вам скажу? Чем меньше я имею, тем лучше и чище и правильнее я себя ощущаю. То есть у нас нету никаких, ничего абсолютно лишнего, только то, что нужно для того, чем мы занимаемся. Ну, понятно, нужна тренога для того, чтобы снимать видео. Понятно, нужен телефон этот, который в 4К снимает. Это все понятно, да? Нужны неопределенные вещи для еды, для одежды, выйти из дома. Но больше ничего. Поэтому то, что сказать, Оксимирон сказал, да? Да. Что из, как он сказал, из имущества? Только будущее и воздух. Да, да, из имущества только будущее и воздух, понимаете? А тем более мы пытаемся жить сегодняшним днем. Я проповедовал просветление еще где-то лет, ну, достаточно давно, лет 30. Вот, и разбираюсь в этом. И вы знаете, вот эти вот все заболевания вывели меня именно на тот уровень, что я действительно понял, что да, действительно, ничего лишнего не должно быть. Все должно соответствовать именно подготовке. Знаете, как это? Жизнь самурая – это подготовка к смерти. Все должно быть для того, чтобы вы имели возможность заниматься духовными практиками, работать над собой и идти, так сказать, богам торопиться некуда, как говорится, впереди у них вечность. Поэтому давайте будем стараться приближаться к чему-то такому высокому. А приближаться можно, если мы концентрируем свое внимание в одном направлении. На сегодня все.